Приветствую всех гостей и подписчиков своего канала. И сегодня мы с вами рассмотрим более подробно немного ICO такого проекта, как Браво. Кстати, вот обратите внимание, в форме слева есть возможность бесплатно заработать токенов за, ну, такие несложные действия, как, например, поставить лайк в Facebook, либо присоединиться к каналу в Telegram, присоединиться к их Twitter аккаунту. Да, и вот он уже заканчивается. Также тут идет розыгрыш токенов. Так что если есть желание немного получить халявных токенов, то выполняйте это как бы мини-баунти. И будет вам счастье. Ну а теперь давайте поговорим непосредственно про то, как работает проект Браво. Массовое внедрение существующих платформ платежных карт отрицательно сказалось на их дизайне и отсутствии удобных для пользователя интерфейсов. У них сложный процесс управления и управления ключами, и он не соответствует анонимности и безопасности. Также транзакционные платы зачастую бывают дорогостоящими, а платформы замедляются из-за высокой задержки. Но это сложный такой процесс, сложный интерфейс. Будет эту проблему решать компания Браво за счет технологии блокчейн. Вот как раз таки блокчейн-технологии, это, на мой взгляд, именно то, чего сейчас не хватает всем вот этим вот платежным системам. Именно децентрализации и масштабируемости. Вот обратите внимание на то, что на всяких ICO-треках, какие высокие показатели данный проект имеет. Также вот на официальном сайте есть моменты презентации. Так, ну давайте теперь про задачу Браво немного поговорим. Задача Браво заключается в создании надежной, простой в использовании и анонимной мобильной платежной платформы для нового поколения пользователей, которые ценят конфиденциальность, безопасность и анонимность с помощью очень удобного пользовательского интерфейса. Браво создает мобильную платежную платформу, которая устраняет технологические проблемы на текущем рынке микроплатежей, одновременно повышая удобство использования и принятия как для потребителей, так и для бизнеса. После успешного старта транзакций с мобильных фиатных транзакций, то есть Браво приступила к разработке платформы блокчейн для запуска приложения мобильных платежей и поддержки расширенной анонимности и безопасности, улучшенного регистрационного кошелька с криптовалютами и процесса, а также простого кода доступа, ну именно к шифрованию посредством пин-кода. А с момента запуска MVP и бета-версии в США команда сосредоточилась на улучшении бортовой сети, соблюдение KYC, AML, шифрование данных, токенизации и безопасности. То есть продукт уже готовый, он был в бета-версии. Ну что такое MVP, да, это, то есть уже готовый продукт. Также вот можно более подробно познакомиться со всеми членами команды на официальном сайте. Они, все картинки, фотографии кликабельные. Команда Advisor, можно посмотреть их профили в LinkedIn. Ну, довольно-таки подробно, да, вот тут вот у них показано, какие партнеры есть. А еще хочется добавить то, что пользователи имеют полный контроль над конфиденциальностью, фондами, платежами, которые выполняются за считанные секунды без банков-посредников или сторонних платформ-блоков и без скрытых платежей. То есть это будет очень удобно в плане экономии средств непосредственно для самих пользователей, которые, думаю, уже давным-давно устали переплачивать непонятно кому, непонятно за что, огромные комиссии. Особенно вот когда между банками снимаешь деньги, да, например, в банкомате.
которая не является партнером банка, где вы карточку получали, и за это дополнительно там рублей 150-200 сдирают. Не знаю, как меня так это бесит. Браво также предназначен для интеграции и использования других приложений. Также он способен автоматически отправлять и получать платежи за считанные секунды. Что тоже является, вот, например, по сравнению с MasterCard, да, где перевод идет в основном, да, в течение где-то 3 суток, и полмира на этой картонке сидит и пользуется, и все довольны, все хлопают в ладоши, хотя платят им баснословные какие-то проценты, и как дурачки по 3 дня ждут, и не понять там, когда придет, не придет. Ну, деньги такая вещь, то, что я считаю, это должно быть все моментально, мгновенно, иначе это смысла никакого нету, платить каким-то банкам, каким-то платежным системам свои деньги за то, что они еще так долго затупляют с переводами. Ну, вот такой вот был дополнительный обзор проекта Браво. Мне он лично очень нравится. Токенов я уже чуть-чуть прикупил, немножко заработал на баунти компании, которую, ну, которую осветил в самом начале ролика. Чего и вам советую. Ну и спасибо за внимание. Всем удачных инвестиций. Подписывайтесь на канал, если не подписаны еще. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые сюжеты. И до новых встреч.